Пока это только репетиция, но диктофон включен, запись идет. Кипрский композитор Мариус уже во второй раз встречается с хористами ДВФУ. Сегодня они обещают исполнить для него композиции Рахманинова и Чайковского. Все услышанное станет частью проекта «Звуки Владивостока». Нашему хору 15 лет, и я думаю, что мы так маленькое право завоевали участвовать в этом фильме. То есть мы, как один из звуков Владивостока, несем искусство именно этого города. Несем, мы очень много ездим, поэтому, в общем-то, Владивосток уже знает по нашему коллективу. Фильм, конечно, громко сказано. Скорее, это музыкальное произведение с видеофрагментами того места, где происходит запись. В итоге получится 3- или 5-минутная мелодия, а звуки города станут своеобразными нотами уникального проекта. Моя работа может помочь Владивостоку выйти на новый международный уровень. Проект раскроет акустические способности вашего города. Это мой первый подобный опыт. Обязательно хочу записать «Рыкомурского тигра». Этот трек звучит очень музыкально, меня это вдохновляет. И, конечно, звуки морской воды подо льдом. Мариус на своей родине, в Европе и Америке, известный композитор. В его портфолио более 75 произведений. А в этом году он стал первым музыкальным резидентом Центра современного искусства «Заря» во Владивостоке. В Приморье приехал со своим другом. Я впечатлен местностью, морем, портом, машинами, зданиями. Удивили гостинки. Вроде они так называются, если я не ошибаюсь. Такого я еще не видел. Владивосток – удивительное место. Я рад участвовать в этом проекте. Повседневными звуками с композитором могут поделиться и сами горожане. Организаторы проекта оценят внимание каждого. Все подробности на сайте ЦСИ «Заря» и в группах социальных сетей. Валерия Белоус, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.